Итак, у моей коровки уже готовы все копыта. Я полностью сделала рамочку и осталось ее только украсить. Можно сделать так же, как в предыдущей моей поделке. Я брала тот же самый цвет и делала кружочки. Можно сделать как-то по-другому. Например, я на оранжевой рамочке сделаю лиловые кружочки. А серединки у них будут опять оранжевыми. То есть здесь тоже важно взять именно кусочки одинакового размера. Мы катаем из них шарик. Шарик прилепляем на уголок. Потом катаем маленький комочек и в серединку. Это такой самый-самый простой вариант украшения. А вы можете придумать что-то более оригинальное и интересное. И чем больше будет разных вариантов, тем будет интереснее, красивее. Так, и последний. Так, здесь серединка. И здесь. Так, вот что у меня сейчас получилось. Теперь мне хочется немножко облагородить свою пальму. Она у меня как будто воткнута просто в песок. Я добавлю сюда травы для того, чтобы как-то это выглядело более реалистично. Скатаю несколько тонких колбасок зеленого цвета и буквально у самого ствола внизу их приклею. Такие можно разрозненные травинки. И одиноко торчащий из песка пальмы уже превращается в кусочек оазиса. Вот буквально 4 травинки уже ее преобразили. Теперь моя коровка оранжевая с колокольчиком, а черно-белый я колокольчик не сделала. Нужно тоже это исправить. Я сделаю ей красную ленточку. Мне хочется, чтобы контрастировала ленточка с цветом самой коровы. У оранжевой, кстати, тоже ленточка красная. Значит, мы скатали колбаску тоненькую, немножко ее приплюснули, чтобы она выглядела как ленточка. Теперь я сразу изогну ее дугой и аккуратненько приложу к шейке коровы. Но я пока не приклеиваю. Целиком только вот кончиками. И дальше я немножко наклоню ее. Вот таким воротничком, чтобы она получилась. То есть мы ее не прилепляем прямо вплотную, а закрепляем именно вот на шейке и на плечах. А здесь у нас свободно эта ленточка висит. И на нее мы уже сделаем колокольчик. Колокольчик делаем из небольшого кусочка пластилина. Изначально опять катаем комочек. Дальше снова придаем ему форму капельки, потому что колокольчик у нас кверху имеет зауженную форму. Вот у меня получилась капелька. Внизу я немножко приплюсну этот колокольчик. И дальше с помощью заостренного стека, с помощью кисточки с таким заостренным кончиком я внутри вот выдавила углубление. Немножко подровняю краешки колокольчика, чтобы он у меня был ровненький. И внутрь можно вклеить прямо маленький-маленький кусочек пластилина, вот такую крошечную капельку желтенькую, чтобы оттуда выглядывал язычок колокольчика. Вот буквально вот так. Сверху мы можем, например, отрезать кончик колокольчика. Можем просто его немножко оформить, отделить с помощью полосочки, но я сделала проще. Я его отрезала, скатала из него комочек и приклеила обратно.
такой получился колокольчик. И дальше его прикладываем к ленточке. Вот, корова нарядная с колокольчиком. И, в принципе, на этом можно уже и закончить. Мы можем немножко добавить деталей для фона. Например, чтобы обозначить, что корова не просто где-то в пустыне гуляет, а что она отдыхает на берегу моря, мы можем сделать раковину. Какую-то красивую, красивого цвета. Вот я скатала тоненькую колбаску, причем у нее одна сторона, один кончик пошире, чем другой. И вот с узкого кончика я начинаю закручивать спиральку. Заканчивается она у меня широким кончиком. Я его еще немножечко сделала плоским, поскольку здесь раньше был вход в жилище улитки. И приклеила на песке. Вот, это наша корова ныряла и нашла красивую раковину. И можно еще на песке несколько красивых камней изобразить, каких-нибудь можно разноцветных. Буквально катаем шарики, потом немножечко их делаем более приплюснутыми, чтобы получились такие котлетки. Вот маленькие комочки. Ну и сделаем еще шарик, камешек коричневый, чтобы это больше походило на камни. Ну вот она, наша корова, на берегу моря отдыхает, расслабляется. А вы сделайте своих коровок или любых других зверюшек, можно тоже на берегу, можно на лугу, можно в лесу, можно в снежных горах, где угодно. Может быть, коровка вообще у себя дома в квартире чай пьет с плюшками. Сделайте разных коровок, и чем больше будет у вас разных интересных вариантов персонажей, тем интереснее будет их потом рассматривать и угадывать, кто где находится. Желаю вам удачи в творчестве, дерзайте и до следующих встреч!